Сейчас хочу показать два сорта. Первый — это у нас Holler Rising Flame, второй — Kent Falls. Кажется, что они вот прям сильно очень похожи. Не знаю даже, как вам показать. Цвет листьев очень похож. И высота у них будет 45 сантиметров. У обоих фиолетовая нога. Ну, а теперь начинается различие. Смотрите, вот этот сорт называется Rising Flame, восходящее пламя. То есть вот этот вот окрас с ноги переходит в основание черешка. И он прям хорошо виден. Видите, пламя действительно восходящее. Второй сорт Kent Falls. Это водопад Kent. Название прям точно подобрано. Смотрите, насколько каждый лист, абсолютно каждый лист, красиво загибается вниз. Какая красивая волна по листу. И плюс форма куста совершенно разная. Rising Flame листья смотрят вверх. Kent Falls они невероятно красиво закручиваются и не спадают фонтаном вниз.